И теперь мы в доме Генри Эвери. Слово дня – показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Ты про своего продюсера? Нет, менеджера в Мачо Начос. Ты работала в Мачо Начос? Это было еще в школе. Что, и шляпу носила? Мой начальник как раз был психопатом с паранойей. Что взять с менеджера в Мачо Начос? Эй, полегче. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли? Есть. Еще следы. Привет. Ну? И где все наемники? Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. Елена, смотри. Следы ведут в эту дверь. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. О, черт! Thank you.
Господи, цела? Да. Они устроили нам засаду. Да. Давай откроем дверь. Посмотрим, что они скрывают. Ну, поехали. Готово? О, здрасте. Что это? Какое-то письмо. Подпись Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные, тучи сгустились над Райем, но мы должны сохранить его богатство. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать. Взорвать дамбу, уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Держи. Спасибо. Давай искать ход. Все, тут следы обрываются. Ну и куда они пошли? Пираты-призраки. Осмотримся. Поразительно. Что? Что там у тебя? Это британский плакат о награде за голову Эвери. Похоже, он гордился, что все его ищут. Зажигалка Сэма. Что, обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? Может, это рычаг? Нет. А если... Нет. Это может быть... Но нет. Вот так. Черт. Нейт. Да. Есть там что? Вроде да. Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделала? Где Либерталия?
кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... нажал. Неплохо. В письме сказано, что Эвери переместил сокровище на корабль. Ага. Думаешь, сокровище еще на острове? Я думаю... Думаю, это уже не важно. Ага. Осторожно, Нейт. Не ударься. Ага. Ого. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Придется выяснить. Смотрится ненадежно. Да. Смотри, свежие следы. Они здесь были. И следов очень много. Не будем спешить. Черт. Ладно. Хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. Но взрывать здесь просто тупо. Ну да, они тупые. О, о, стоп. Что, тут ловушка? Похоже. Но Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. А. Только не ходи туда, где нет следов. Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Все, можно расслабиться. Елена, смотри, тут след обрывается. Они туда вошли, и потом случился обвал. Эй, нам надо тут расчистить проход. Да. Ну вот. Поищем другой путь. Гасни. Ну еще немножко. Черт. Давай. Черт. Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да. Отличная мысль. Давай. Ну, конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься. У меня спички есть. Правда? Конечно. Вот так. Ау. О, прости. Это моя голова. Привет. Иди сюда. А, споткнулся. Сюда. Хорошо, что ты подготовилась. Ну, кто-то должен был. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странные представления о романтике. Есть такое.
вроде проход. Подсадишь? Давай. Ну, поехали. Так, залезай. Спасибо. Осторожно. Да. Себе. Что это такое? Жуть какая! Руки, что крали у меня. Да он уже даже не прикидывается вменяемым. Мне здесь не нравится. Мне тоже. Пойдем отсюда. Тупик. Смотри-ка, тут висельные клети. Это клетки. Чего? А это вот клетки. Да ладно. Да. Слушай, никто не любит все знать. Клетки? Стоп, это что? Ты как? Живая вроде. Что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. Смотри под ноги. Я? Это ты на нее наступил. Ну? И под мои тоже? Удивительно, что тут столько завалов. Эй, Нейт, я нашла короткий путь. Думаешь, короткий? Ну, я же оптимистка. Интересно. Господи. Еще одна экспозиция. О, черт, ты тут молнии. Не отрывайтесь, ладно? Ты только осторожно. Что ж такое? Лучше не дышать.
ничего. Краль беруши не захватил. Я не кричу! Нейт, осторожней. Ага. Прямо древний Египет. Только в этом случае мумификация не была, ну, добровольной. И следы. И они ведут сюда. Будь готова к драке. А, не привыкать. Это был сарказм, да? Нет, успокойся. Сама успокойся. О, невнимательные ребята. Ну где же Сэм? Найдем. Елена, прячься! Какая-то польза от этих взрывных мумий. Возьмем сигнальные ракеты. Это мысль. Рты, что хулили меня. Чем же этот псих елку наряжал? Следов нет. Попробуем их догнать. Ну, привет. Эй! Обошли кругом, значит? Похоже. Против людей Эвери. Пардон. Ух ты. Какой-то ключ.
Смотри, записка. О, да. Это Тью написал. Это ключ от выхода. Хорошо. На обороте какие-то символы. Ну, поищем замок. Приехали. Уже не так жутко. Хоть костей нет. Все равно жутковато. На 3 балла из 10. Да все 4. 4? Угу. Да, явно идем вниз. Так-так, очередная западня. Ага, и следов тут нет. Ты говорил, в письме были символы? Точно. Точно. Ну что ж, начало хорошее. Следуй за мной, ладно? Только осторожно. Я всегда осторожен. И это говорит человек, который взрывает вокруг себя все мумии. Ну, все-таки с мумиями я пока человек неопытный, правда?
Пока неплохо. Постучи по дереву. Не рискну, вдруг ловушка. Все, порядок. Вот так, Эвери. А вот как мы выберемся. Ох, это останки команды Тью? Похоже на то. Эвери вообще любил показательные казни. И показательные взрывы мумий. Ага. Лучше смотреть под ноги. Скважина. Ключ. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, Господи. Но, чую, все будет хорошо. Да? Давай. Ладно. Хотя бы не разнесло на кусочки. Черт. У тебя случайно нет ножа? Нет. Но у того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Спасибо, капитан Эвери. Прямо как раньше, а? Елена. Елена. Эй. Эй. Елена. Елена. Мой герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. А что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все. Нет, даже близко нет. Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли. Ну, если стреляют, значит, он живой.